27 марта войска Национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии по Владимирской области в прошлом году было пресечено более 1000 попыток хищения имущества и раскрыто 133 преступления. Выявлено более 7000 административных правонарушений. Сотрудниками СОБРа и ОМОНа исполнено более 500 обращений на проведение спецопераций. Из незаконного оборота изъято 25 единиц огнестрельного оружия, более 1500 единиц различного вида боеприпасов, 80 граммов наркотических средств. Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы проведено более 45 тысяч проверок. По итогам изъято 1366 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 10 тысяч патронов, аннулировано 398 лицензий и разрешений. Сотрудники Росгвардии осуществляют ночное патрулирование населенных пунктов, несут круглосуточную службу во всех районных центрах области, принимают активное участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время проведения массовых мероприятий.